Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Яку користь приносять дорослим ляльки? Ми поцікавимось в нашій сьогоднішній програмі. І дізнаємось, що пацюк бажає козі напередодні Нового року. Я хотів би призвати родителів вспомнити те, що вони родителі. І настільки доступний наш театр, він, мабуть, доступніше доступних. Втюхивать в детей какую-то идеологию – это уже изначально губительно. Театр кукол – это театр универсальный. Он не для детей, не для взрослых. Он для всех. Для людей, да? Он для всех, да. Друзі, Новий рік незабаром. Ми чекаємо на нього і сподіваємось на краще. А який Новий рік без новорічної ялинки, без див і, звичайно, без казки? І тому саме зараз ми з вами відправляємось у казку. Друзья мои, конечно, мы сейчас с вами в преддверии Нового года. Какая бы жизнь ни была, чтобы... О, слышите, это куранты практически уже бьют. Да-да-да, друзья мои, это уже бьют куранты. То есть буквально Новый год уже завтра. А что такое Новый год? Новый год – это сказка. В какие бы времена мы ни жили, но сказку, поверьте, никто не отменял. Смотрите, у нас есть новогодняя елка, у нас есть праздничная, совершенно праздничная зала, которая готова принять любых гостей. Вот она уже и зажглась. Смотрите, видите, зажглись волшебные свечи на волшебной новогодней елке. Но, конечно, мы пришли в эту праздничную залу недаром, потому что сейчас начинается сказка. Вот рядом со мной стоит сказочник Константин Гроссман. И сейчас... Константин, я предлагаю вам пройти в святая святых, именно там, где начинается сказка. Здесь она прокралась на мягких лапках, а сейчас мы пойдем туда, а там уже прямо сказка. Пойдемте? Да, пойдемте. Константин, это... Не нас... страшно? Ну, я не знаю, телезрители, вам не страшно? Нет. Это добрая сказка. Друзья мои, идемте за нами, посмотрите, вот... Мы с вами попадаем в сказку. Вот стоит сказочный трон. Вот стоят зеркала. Кривые. Как? Ну, это же королевство кривых зеркал. Подождите. Вот куранты, часы. Вот ее... А почему она перевернутая? Ну, в королевских кривых зеркал все наоборот. Часы у нас идут... Просто сейчас механизм выходной сегодня... Ну, он не выходной, он просто застыл в ожидании. Он застыл, да. Они у нас идут против часовой стрелки, елка перевернутая до тех пор, пока Снегурочка вместе с ребятами, которые к нам приходят на нашу сказку, с помощью волшебных слов, я не буду сейчас говорить каких, потому что уже придут зрители. Это тайна, конечно. Вот, их нужно еще найти сначала здесь, среди всего этого пространства. Елка поворачивается, часы начинают идти по часовой стрелке, и приходит Дед Мороз. Потому что, когда часы идут против часовой стрелки, они не приближают, а отдаляют приход Нового года. И все по-настоящему, все по-справжнему. Не просто так, все хорошо тут у нас. Вы понимаете, телезрители, мы с вами попали в сказку, но, как оказалось, сказка – это королевство кривых зеркал. Но я надеюсь, что сейчас в процессе разговора, пока мы будем разговаривать, зеркала выпрямятся, и мы увидим мир таким, каким он должен быть – прекрасным, добрым и удивительным. А Константин, наш сегодняшний герой, нам поможет. Костик, может, мы присядем, а? Да, как ты думаешь? Вот мы присядем. Итак, Константин, вы являетесь режиссером этого спектакля. Ну, я работаю актером в театре кукол. Я пришел в театр кукол, когда мне было 16 лет. Я закончил 10 класс, тогда еще было 10 классов, такое образование было. И после 10 класса, долго не думая, не мудрствуя, а лукаво, я пришел. Я занимался тогда в 40-летие октября, был такой Дом культуры. Уже нет ни октября, ни 40-летия, ни Дома культуры. Но он есть теоретически, а практически. И я там занимался в кукольном таком детском театре самодеятельном. Я взял куклу, которая мне понравилась, сделал номер, пришел на эту сцену, на эту самую.
показал все, что я умею. Конечно, теперь с высоты прожитых лет я понимаю, насколько это угловато все было, насколько это было непрофессионально, но было сумасшедшее желание, сумасшедшее. И, видимо, это тронуло тех, кто на меня смотрел, и меня на свой страх и риск приняли в театр. Потом меня здесь обтесывали, выравнивали, трамбовали. Ну, в общем, и вот этот поросеночек рос, и выросла такая... Ну, в общем, что выросло, то выросло. Ну, вырос очень симпатичный молодой человек. В прошлом, да, очень симпатичный и не молодой. Константин, ну не скромничайте. Да, скромность, как говорил великий Михаил Михайлович Поплавский, скромность – кратчайший путь в неизвестность. Ну, он, правда, не говорил, что до него это сказал Марк Аврелий еще, да, но неважно. Все считают, что это сказал Михаил Михайлович Поплавский. Пусть так и будем считать. Да, и будем считать мы, не будем разрушать мифологию. Понимаешь, какая штука? Я всегда говорю вот молодым актерам, да, или там студентам молодым, я говорю, что если актер себя не затрачивает, лучше не надо в театр идти. А затрачивать себя – это значит сокращать себе жизнь. То есть нужно, вот есть, например, вот таких пару спектаклей, после которых надо полежать, несмотря на то, что они 45-минутные. Я снимаю шляпу перед драматическими актерами, которые 3 часа это делают. То есть надо себя, вот нельзя просто выйти пустым или делать вид, что ты там волнуешься. Нет, надо вот вздрючить нервную систему и делать это по-настоящему. Уже выходить так выходить. И говорит наш мастер в университете, в который я летом поступил, он говорит, должна быть максимальная акция. То есть если разозлился, так разозлился. Если расплакался, так расплакался. Если психанул, так психанул. Если рассмеялся, так рассмеялся. Не по-маленькому, все по-большому, в хорошем смысле слова. Костя, но у вас бывает и по 3 спектакля, и по 4 играете. Бывает. И что, бывает. И все время вот так вот себя растрачивать? Я считаю, что лучше растрачивать себя на сцене для детей, которых мы воспитываем, чем растрачивать себя по кабакам, по публичным домам и на площадях. Выберите меня, и жизнь станет... Выбери меня. Поэтому я думаю, что лучше вот эта растрата, она дорогого стоит. Потому что тут сидят дети, которые мне верят, если я убедителен. И они уже знают, что они не пойдут кошки привязывать консервную банку, вешать собаку на дерево, да, там кидаться в старушку там какими-то глупостями, бить лампочки, писать на домах глупости на свежеотремонтированных, потому что никогда не будет порядка. Дом покрасили, тут же подошли, баллоном написали. Вот эти дети, которые смотрят наши спектакли, у которых нормальные родители водят детей в театр, где сеют разумное, доброе, вечное, они, я уверен, этого делать не будут. Костя, а сколько лет нашему Николаевскому театру кукол? Он ведь очень и очень уже с хорошей такой большой традицией, и ему лет немало. Немало. Значит, мне 45, значит, театру 44. У нас еще есть один актер, Валерий Иванович Почерняев, он тоже мастер сцены. Он на год младше театра, а я на год старше театра. То есть в 15 году нашему театру 45 лет исполняется. Вот мы в канун Нового года встречаемся, то есть мы, можно сказать, что мы встречаемся здесь, в стенах этого театра, в канун его замечательного такого юбилея. Хотя 45 лет – это и не так уж много, с одной Конечно. Стороны. Ну, посмотрите на меня. Я выгляжу на 45 лет. Конечно, нет, Константин. Да. Выглядите гораздо моложе, вас обманули. Да. Вот. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы призвать родителей вспомнить то, что они родители. И ну, настолько доступный наш театр, он, наверное, доступнее доступных. И можно позволить себе хотя бы раз в 2 недели привести ребенка. И репертуар сумасшедший, обширный, от вот таких детей до детей и подростков. У нас даже есть появился 2-й спектакль в взрослом репертуаре. То есть для взрослых, совсем для таких взрослых, вот как мы. Сергей Образцов, он же, у него был театр кукол именно для взрослых. Нет. Нет? Театр кукол, вот, хочу, опять же таки, пользуясь случаем, объяснить, что театр кукол – это театр универсальный. Он не для детей, не для взрослых, он для всех. Для людей, да? Он для всех, да, для нормальных. Да, кстати. Потому что, когда я говорил своим знакомым, что у нас в театре кукол идет спектакль «Ханума», по пьесе Цигарелли в переводе Рацера Константинова. Все говорят, как, в детском театре взрослый спектакль, это что, для детей? Я говорю, нет. Ну вот, видите, люди не приучены, взрослый зритель не приучен к тому, что у нас когда-то шел Дон Жуан.
чем шикарный Дон Жуан. И говорили о том, что он лучше, чем у Образцова. Ну, мне тогда было 12 лет, а спектакль для взрослых я его не видел. Но я видел кукол шикарных. Я еще застал световой занавес, который здесь был. Это действительно было достойно. Куклы были потрясающие. Анатолия Прокофьевича Цуканова, нашего главного художника, которого уже с нами нет, который научил меня делать куклы, за что я ему благодарен, всегда буду. И у нас спектакль «Декамерон» для взрослых тоже. Сейчас? Сейчас. Но сейчас он не идет временно, потому что у нас одни актеры ушли, другие пришли, кто-то в декрете, кто-то... И вот они дружно все выйдут из декрета, мы его обязательно восстановим. Спектакль очень хороший. Мы показывали его на фестивале здесь, Homo Ludens, ну, для наших гостей. А Ханумо мы уже сыграли, наверное, раз 7 или 8. И даже был здесь консул Грузии. И были дипломаты грузинские, и был министр культуры здесь. Вот здесь они сидели, вот в этом театре. Вот эти все консулы Грузии и наш министр культуры, они специально из Одессы приехали посмотреть этот спектакль. Друзья, вы представляете, вот мы на каких теплых местах мы сейчас сидим, что вот... Мы сидим напротив здесь. Тех теплых мест, где сидели посольства. Мы дышим этим воздухом. Да, ну действительно это здорово. Спектакль очень хороший, режиссер... Вахтанг Чхаидзе, он, кстати, Декамерон наставил, и теперь Ханумо. Замечательный спектакль, очень интересный, яркий, красочный, с юмором. Там столько придумано, и надо прийти и посмотреть, потому что рассказать нельзя. Да, лучше один раз увидеть, да, а то будет как в том анекдоте. Ты что, слышал Шаляпина? Откуда ты знаешь, что он фальшивит и картавит? Нет, я не слышу, мне Абрам напел по телефону. Вот это та же будет история. Поэтому интрига запущена, дальше нужно прийти посмотреть спектакль. Костя, а вот если возвращаясь к детям, дети – это такие зрители, которых невозможно обмануть. Как бы ни пытались втюхать им какую-либо идеологию или еще что-то, детское сердце, оно не способно, вернее, оно способно мгновенно распознать ложь. То есть и артисты не могут обманывать. Ну, начнем с того, что втюхивать в детей какую-то идеологию – это уже изначально губительно. Ну, хотя бы далеко не будем заходить в Римскую империю, зайдем в Германию 1933 года. Чем закончилось втюхивание фашизма, тотальная мобилизация, и дети маленькие в военных формах, закончилось очень печально. Если втюхивать в ребенка идеологию, это плохо закончится. Я считаю, что втюхивать никакую идеологию нельзя. Это неправильно. Воспитывать детей нужно. Но опять же, на добрых каких-то примерах. Вот добро. Показывать спектакли детские, взрослые, какие угодно, чтобы они понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что вот в этом спектакле, который мы на Новый год предлагаем, «Королевство кривых зеркал», это, по сути, королевство лжи, обмана и неправды. И благодаря детям это рушится, это все королевство. Зеркала бьются, рушится. Крыса превращается в крысу, коршун улетает, превращается там где-то в кожу, попугай становится, вот этот ягупоп, он становится попугаем. И рушится ложь. Елка поворачивает, часы начинают... Все, правда, правда возвращается. Все возвращается, правда. Дети видят правду. И приходит Дед Мороз, который им обещает и тут же выполняет. Обещает зажечь елку, он зажигает. Он обещает поиграть, он играет. И дети видят, что когда все по-честному, когда правда, когда добро, тогда радостно, весело и не скучно жить. А насаждать и делать это отвратительно. И... Я, например, когда мои дети ходили в сад, я не разрешал их водить на спектакли случайных театров непонятных. Потому что вот эти театры часто густо, вот именно этим и занимаются. Мало того, что это супер непрофессионально, это еще и имеет какую-то подоплеку такую, ну, неграмотно это все, очень выстроено. Мы тут репетируем месяц, чтобы выпустить спектакль, актеры месяц изо дня в день репетируют, чтобы это было правдиво, чтобы это было красиво, чтобы это было грамотно, чтобы это было правильно, чтобы это был достойный продукт. И причем мы делаем эти спектакли не для того, чтобы поехать на фестиваль и получить какой-то диплом в золотой оправе, а в первую очередь для того, для чего мое мерило. Я не знаю, я за других режиссеров говорить не буду, но я когда делаю очередной спектакль, я думаю о зрителях, не о орденах и медалях, которые мне где-то могут... Ну, Костя, а вы богатый человек, вам можно... Да, я богат, у меня 4 детей, я всегда говорю. Мне перед смертью принесу сразу 4 стакана воды. Можно будет не только попить, но и помыться. Ну и слава Богу. Да, я тоже так. И это не предел. Ну, я так думаю. Я
тоже так думаю. Вот. Кость. Поэтому я хочу, чтобы наши дети жили мирно и счастливо. Чтобы они не знали ни что такое взрывы, ни что такое бегающие с автоматами люди, потому что это отвратительно. Это ужасно. В наше время, когда люди уже научились летать в космос, когда там открыты многие секреты, когда законы физики живут и побеждают, когда химическим способом можно там изобретать какие-то нужные, интересные вещи, когда стиральные машины сами стирают, выжимают, и холодильники уже такие, где не нужен фреон. Ну, кто понимает, да, те меня понимают. Когда телевизор рукой перелистываются программы, такое волшебство в доме. И вдруг вот такая глупость на голом месте. У меня старший сын живет в России, в Волгограде. И он как-то мне позвонил и говорит: папа, я приеду тебя защищать. Я настаивал на том, чтобы он пошел учиться в магистратуру. Я ему сказал: давай ты пойдешь в магистратуру. Он уже учится, и он сейчас вот защищает диплом магистерский. Вот, то есть ребенок здравомыслящий, и, слава богу, все нормально. Я не хочу, чтобы мои дети, один, который живет в России, трое, которые живут на Украине, чтобы из-за чего-то вдруг непонятно стали друг друга ненавидеть. Они по Вайберу созваниваются, они прекрасно общаются. И Вика, которая 6 лет, говорит, Виталий, которому 24 года: братик, я тебя так люблю, я тебя никогда не видела, но я тебя так люблю. Их это очень хорошо. Правда, это хорошо, что никогда не видела, или лишь хорошо, что любит? Любит, да. И, конечно, он, ну, для него же это сестра, брат по 6 лет, они совсем малюсенькие, ему 24 года, но он уже дядька взрослый. Уже скоро. Они что, близнецы? Свои. Младшие дети. Да, Вика и Паша, близнецы. Я хотел одну... Костя мастер во всем. Да, это случайно. Я говорю, у меня случайно родились близнецы. Вот. Ну, они, конечно, хулиганские ребята, но классные, они очень классные. И на них, кстати, можно проверять вот это все. Они члены моего личного художественного совета. Вот, я с ними всегда советуюсь. Потому что я их таскаю по театрам с годика. Еще тогда в Киеве жил, работал в Киеве, там в театре кукол. И у нас был ритуал, каждые выходные мы ходили в театр, смотрели спектакль. После этого у нас была уникальная возможность пойти за кулисы, посмотреть кукол, декорации, реквизит и так далее. Мы уже сейчас не успеем посмотреть, к сожалению, зайти за кулисы, посмотреть кукол. Но я обещаю вам, я сейчас вам, одну покажу вам. Она здесь близко, совсем рядом. Правда? Тогда да. Мы сейчас... Нет, давайте я закончу про детей. Давайте. И дети разбираются хорошо, они разбираются в системах кукол. И они могут умно выражать свои мысли. Вот с годом, сейчас 6 лет, они прекрасно, вот они разбираются, как вести себя в театре. Потому что иногда, конечно, дети приходят в театр, просто им родители не объясняют, как вести себя в театре. Вот. И поэтому они могут рассказать, объяснить, как сидеть, как вставать, как выходить, как проходить над лицом зрительному залу. Дети из хорошей семьи, еврейской семьи, которые знают, как себя вести в обществе. Нет, просто они научены, и мы очень любим театр, они ходят с удовольствием. Причем они будут смотреть все что угодно, но это просто открыть занавес, пустая сцена, они будут сидеть и смотреть. Они для себя найдут, чем заняться, они выберут, куда смотреть, как смотреть и на что обращать внимание. Вот, поэтому я хочу, чтобы родители водили своих детей. Не перекладывали из больной головы на здоровую, потому что в школе они говорят, что учитель должен воспитывать детей, учитель говорит, что родители должны воспитывать детей. В это время, пока они не могут договориться, дети идут и занимаются черт знает чем. Поэтому родителям надо вспомнить, что они родители. Я понимаю, сейчас нужно зарабатывать хлеб насущный, но о детях нужно думать всегда. И, Костя, пока мы говорим, вот уже там часы приближаются, я понимаю, что время нашей программы уже подходит к концу, но мы еще успеем, дорогие телезрители, чтобы Константин показал нам волшебных кукол. Вы понимаете, ну хотя бы одну, потому что ну как уйти из театра, как уйти и не увидеть куклу? А пока Константина нет, слушайте, это настоящий трон, настоящий, вот представляете? Вот так вот, друзья мои, вот так рождается сказка. И вот уже перед нами Константин. Вот совсем немного времени остается до Нового года. И Константин, пожалуйста, здравствуй. Позвольте, здравствуйте. Очень симпатичная крыса.
Да-да-да. Только, пожалуйста, не грызите наш микрофон, если можно. Как вас зовут, крыса? Она не разговаривает. Она не разговаривает? Она поет только. Ну, Константин. Еще озвучивает барышня вообще-то. Я не могу. Ну, попробуй. Раз-раз, два-два. Работает? А? Я думаю, что все работает. И из ваших уст, дорогая крыса, хотя говорят, что год барана, но баран, крыса или козы, какая разница? Год очередного животного. И от животного пожелания новогодние. Костя. Угу. Дорогая коллега коза, в этот прекрасный предновогодний день хочу попросить тебя, чтобы твой год был мирным, тихим, спокойным и веселым. С наступающим Новым годом! Угу. Ось і все, друзі. Казка 2014 року закінчується. Догорають останні свічки дні цього року. А попереду 2015 рік. Яким він буде – поживемо, побачимо. А що день завтрашній нам готує, ми дізнаємось прямо зараз. Я, Ані Тарашевська, чекаю на зустріч з вами, мої добрі глядачі, на цьому місці, в цей час, але вже у 2015 році. З наступаючим Новим роком! 29 грудня – то ми Агеля. Переважно холодний день. Прийшов Тома, сиди дома. 30 грудня – Даніїла. Якщо з'явиться Іній, Різдво буде теплим. Якщо ніч ясна, то буде тепло. А якщо похмура – чекай холодів. 31 грудня – останній день старого року. Попереду 2015 рік, який бажано зустрічати без шалених веселощів у родинному колі або у колі друзів. Але якщо у новорічну ніч ви залишаєтесь на самоті, не сумуйте. У Діда Мороза багато подарунків і для вас.